1971 год. Яркая музыка, яркая мода. Дэвид Боуи уже выпустил свой знаменитый хит Space Oddity, однако следующий его альбом оказывается непонятым широкой публикой. Находясь в творческом поиске, Боуи прилетает в США. Именно путешествие через Америку вдохновляет его на создание образа Зигги Стардаста, пришельца, который прилетел на Землю с космически популярной группой «Пауки с Марса». Это было настолько безумно, что сработало и сделало из Дэвида Боуи настоящую мировую звезду. Понравился сюжет? Можете посмотреть полный фильм. Ссылка в описании.